трансформату, которая началась гражданской войной. Вы знаете, у меня сейчас нет конкретных комментариев. Я должна уточнить, что там произошло, и вам их предоставим. Я попрошу коллег вам предоставить эти комментарии. А есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, тогда до следующего брифинга. И, конечно, поздравляю с наступающими праздниками. Это был брифинг официального представителя МИД России.